The mirror's image tells me it's home time, but I'm not finished. Произошло что-то невероятное. Много, кстати, симпатичных девочек подвалило. Реально голова. Реально лунная. Джентоник в музее на вечеринке в Лондоне. Ну что, ребят, выпуск из Tate Museum. Ребят, это же вообще кайф. Каждую пятницу в конце месяца проходят вечеринки в музее. Всякие инсталляции на Burning Man. Yeah. Burning Man. Cool. Я даже видел одного чувака в Изи и Луи Виттоне. Так, я на месте. Метро здесь прикольное, мне нравится. Станция называется Пимлико. Погодка разгулялась, солнышко вылезло. Надо найти музей Тейт. Подойти в какую сторону? О, вот туда. В Лондоне тоже много велосипедных дорожек, прям, ну, много велосипедистов. Ну, не так, конечно, много, как в Амстердаме, да, но достаточно. В любом городе, в который я путешествую, я стараюсь сходить в музей современного искусства, потому что это круто, это вдохновение. Собственно, поэтому я иду сейчас в Тейт. Очень рано темнеет, 15:30 закат. Вот сейчас солнышко вышло, и через 2 часа оно уже зайдет. Короче, чего у меня еще нету? Это фотографии с телефонной будкой. Так, поставлю-ка я сюда. Фотографии с телефонной будкой. Я как раз шел и думал, а где мне телефонную будку-то найти? А вот она. Так, что мы можем здесь наблюдать, ребят? Это большие улитки. Причем они украшены в рождественской теме. Огромная улитка. Какое снятина. Так, есть прикол. Он заключается в том, что музей бесплатный. Я хотел купить билет, а мне сказали, что типа вход бесплатный в главный музей, но если вы хотите на экзибишн, на выставку прийти какую-то, возможно, с этими улитками, то это платно. Но на улитки я вряд ли пойду, а вот в главный схожу. В основном весь дизайн Tate основан на типографике. Совершенно разные шрифты по кругу, всякие разбросанные там вот так и вот всяк. В основном дизайн это цвета относительно восприятия, да, вот тут вот какой-то в сторону желтого, оранжевого, здесь в сторону синего, такого бледненького. Короче, типографика и цвета. Вот такой вот дизайн. Оцените, как прикольно разукрашены стенки, мне нравится. Кстати, платная выставка Эдвард Бёрн Джонс. Это не с гусеницами, я перепутал. Прикольная фактура еще, мне нравится. Сегодня будет обзор музея. Кстати, претензий вот по съемке вообще никаких нет, поэтому будем сейчас снимать. Как обычно, что вижу, то пою. Но вижу дизайн, расскажу о дизайне. Например, пленочкой просто наклеено. О. Выглядит модно. Так, этот зал у нас скульптуры, всякие разные, бронзовые и железо. Давайте посмотрим, пробежим сейчас вот так вот, быстренько, тын-дын-дын-дын-дын. Короче, это парные какие-то фигуры, тут написано. Парные фигуры, показывающие экспрессию. Сейчас что-нибудь поинтереснее найдем. И
если там примитивные вообще фигурки были, да, то здесь уже начинаются люди. И вот это уже интересно. Тут уже проработанные руки, пальчики. Головы не проработанные, правда. Короче, не хватило сил на голову. Moonhead. Лунная голова. 1964 год. Реально голова. Реально лунная. Миниатюрки. Короче, прикольное творчество на самом деле. И вот тут написано, что в 1938 директор Tate Gallery задекларировал 634 работы этого артиста. И рисунки, и принты, и скульптуры, и из дерева, из камня, из металла. Но на самом деле, с точки зрения искусства, меня не сильно впечатляет, но впечатляет то, что трудно исполнимо это. Ты пойди из камня такую штуку сделай. Но в интерьере бы прикольно вписалось. Лунная голова. Вот сейчас будет интересно, это как бы отсканированные или сфотографированные на макросъемку всякие рукописи, марки, деньги и вот такие всякие мелочи. Это связано с бумагой и с печатью. Блин, очень классно, вот это мне нравится. Помните фильм «Черная пантера»? Это Уганда. Ребят, это же вообще кайф. В макросъемке напечатанные вот эти все марки или это деньги, я не понимаю. Вообще, я тащусь, меня прям очень радует как графического дизайнера. То есть я прям испытываю кайф от этого. Попросил сделать эспрессо покрепче, а то я засыпаю. Сегодня очень рано встал. И вообще нужно сделать перерывчик. Искусство это, конечно, хорошо, но перерывчик на еду обязательно. Сейчас перекушу немножко и пойду дальше смотреть. Так, новый зал. А здесь... прям современная. Еще дизайнчика покажу вам. Так, время уже закрывается, музей. А я нашел еще один зал. И тут прикольно. Давайте быстренько смотрите. О! Смотрите, а вот эта вот голова, это самая интересная голова, что я видел сегодня. Такой вообще фанатик, да? Мне не все нравится, но вот это прикольно. Вот этот стайл вообще заходит. Мне бы экскурсовода какого-нибудь, чтобы он все рассказал здесь. 1920 год. Вау, неплохо.
Грейсон Перри нас преследует в Лондоне. Помните, в Финляндии я был в музее Киасма на выставке Грейсон Перри. Блин, очень крутой выпуск получился. Давайте я вам тоже напомню. Посмотрите. Яркое, детализированное сумасшествие. Блин, современное искусство преследует меня из влога в влог, из страны в страну. Ну что, ребят, выпуск из Tate Museum подходит к концу, и я надеюсь, он вам понравился. Я старался все, что вижу, отразить в камере. Выпуск будет интересен для тех, кто интересуется творчеством, современным искусством, вообще как бы искусством, дизайном, развитием визуального вкуса. Для всех людей, которым не безразличны искусства. Я надеюсь, таких много. И я занимаюсь творчеством с самого детства. Для меня это всегда в приоритете. Я и дальше буду продолжать делать такие выпуски. Много положительных комментариев на тему дизайна, на тему выставок, на тему музеев. Я планирую сделать курс по дизайну. Так что следите за обновлениями. Курс будет бомбический. Так как у меня опыт больше 11 лет в дизайне, и у меня есть креативное агентство MadSwap, если вы не знаете, поделюсь своим опытом с людьми, которые хотят развития в этой теме. Люди, которые хотят прокачать свой вкус. И помните, моя цель — развивать креативное сообщество и делать образование доступным. Ребята, ну, подпишитесь, если вы еще не подписаны. Поставьте лайк, колокольчик, чтобы получать уведомления. Короче, тут внизу какая-то движуха началась какая-то. Пришло много креативных людей, играет музыка. И повесили вот такую штуку. Школа жизни. Ребята, походу, планируют выступать. А мне нужно забрать свои шмотки в гардеробе. Sorry, I can put here only four. Короче, надо донейшн сделать. Подошел к девочке и спросил, что тут происходит вообще, что за сборище людей под названием The School of Life. Она сказала, это conversation, типа просто диалог. Conversation about the truth, диалог о правде. Мы создали несколько вопросов, чтобы их обсудить, и люди просто общаются о чем-то. Мне, конечно, английский такой, я бы с кем-нибудь пообщался, у нас такого нету. Просто они в музее Тейт в пятницу вечером, куча модников. Как я понимаю, это работники креативных индустрий, люди, которые учатся в университетах там моды, дизайна, архитектуры. Пришли сюда, публика сразу же изменилась. Музей не закрылся, как я ожидал. Я думал, меня выгонять будут, как обычно. Много, кстати, симпатичных девочек подвалило, поэтому я не ухожу, собственно. Короче, произошло что-то невероятное, и я тут завис еще на пару часов. Поднимаюсь наверх такой, сидел на первом этаже, покушал, поднимаюсь, а тут просто навалило народу столько. Тут тусовка, короче. Время уже 9 часов, и тут реально движуха. Вот этот человек сказал, что каждую пятницу в конце месяца проходят вечеринки в музее. Я вообще в шоке. Я говорю, почему сегодня 7 число и проходит тусовка? Он сказал, ну типа это декабрь и в конце месяца будет Новый год, поэтому там музон валит, слышите? Пойдемте посмотрим. Не, вы прикиньте, если бы у нас в Эрмитаже просто тусовку замутили. Короче, вот тут проходят воркшопы. Я не знаю, что они там делают. Что-то клеят, вырезают. Воркшопы. В пятницу вечером. Или вот, пропаганда. Играют в игру. А здесь что? Я тут вообще не был, по-моему. Кто ж продает мерч какой-то? Ребята самовыражаются и что-то рисуют.
Тусовка. Просто среди картин. Наши бы сказали, картинам будет плохо от громкой музыки. Ребят, вот это вот бар. И я только что там нахватил джин-тоник. Я пью джин-тоник в музее на вечеринке в Лондоне. Угар вообще. I'm a bit tall. Я познакомился с крутым архитектором. What's your name? Repeat, please. My name's Josh Hayward. И Джордж, он архитектор, и он проектирует всякие инсталляции на Burning Man. I show your works in Burning Man. Yeah. Burning Man. What name of this? Have names? The art pieces? Yeah. Each different art piece has a different name. For example, this one was called the Arbor. Arbor. Yeah, Arbor, yeah. Arbor. Ребята, смотрите. How long you projected? One of those art pieces? Yeah. Well, I mean, the design process is usually about 3 to 4 months. Mm-hmm. And the installation time takes, well, because it's at Burning Man, we have very little time to actually construct the artwork. So 2 weeks to actually physically make it. Okay, 3-4 months to prepare. Yeah, and then on site 2 weeks. And where you prepare with? When I'm working in at Burning Man in America, I prepare my stuff over there because it's too expensive to transport it from mm-hmm. London. So we usually fabricate in Los Angeles and transport to Nevada and then build things on site. What's your favorite? What's my favorite? Yeah, favorite is better. Well, I'm always gonna like the first thing I constructed, which was this art piece. This was the first thing I made. That's called the Hayam. Hayam. I built that in 2014. Just always gonna have a soft spot for the, you know, the one that it all began with. You know, the first artwork that I produced. People can climb inside. I mean, that one, not on the Instagram. Well, for this piece was a dance floor, for example. Okay. Yeah, we had lots of people underneath it. But that one I just showed you. This is a guy like reading a newspaper in there. Uh-huh. Chilling place, exactly. I mean, the idea in the desert is that it's a shelter from the intense heat of the sun. Is it steel? This is steel, this structure. It's like... It's heavy. Very heavy, about 6 meters high. And it just found a new permanent home in Philadelphia. Смотрите, ребят, what weight of this? Off the top of my head, I don't know. It's definitely in a factor of tons, though. There's a lot of steel work that went into that. It's a new one, yeah? It's, yeah, that was this year. В этом году ребята делали, смотрите, какую штуку. Очень круто, очень круто. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you as well. Подписывайтесь на его Instagram, и я покажу здесь ссылочку. Очень прикольное знакомство. Походу вечеринка закончилась. Так, 9:30. Выпуск получился бомбический. Когда создается такой контент, у меня сразу же внутри приятное ощущение реализации такой, что-то сделанного. Это очень круто, что я могу сюда приехать, что у меня есть возможность путешествовать и показать молодому поколению, ну и не только молодому поколению, лучшие музеи Лондона, скажем так. И показать это, как я вижу, своими глазами, через камеру. Для меня это творческий процесс. Скажем, я выступаю в роли посредника. Я кайфую от этого. Я думаю, вы тоже довольны. Поэтому пишите в комментарии, что вам понравилось больше всего. Друзья, это эксклюзивчик. Вы такого на YouTube не найдете. Ну, представьте, какой человек, блин, пойдет с камеры шататься по музеям еще в Лондоне. Кому это надо? Человек должен быть психом, таким как я. Ну вот. Поэтому это эксклюзив. Это специально для вас, для творческих людей. Для людей, которые занимаются креативом, которые хотят что-то создавать, которые создают. Вот. Йоу. Hello. Hi. Kentish. Yeah. Yeah, yeah. Thank you. Line, yeah? Yeah. Так, ребят, я первый раз еду в такси лондонском. Оно, блин, очень просторное, смотрите. Очень просторное такси. Потому что на улице реально что-то холодно. Искать автобус или ехать на метро полчаса запарно, поэтому я вызвал таксишку.
Короче, на британской машинке мне понравилось кататься. Вот. Короче, я в магазине игрушек. Сейчас купим автоматов. Я люблю мексиканскую еду. Многим будет интересно, где я остановился. Диванчик, кухонный стол. Целующиеся Деда Мороза. Извините, ребят, но Биг Бен реконструкция. Походу, это самый большой магазин всего, чего только можно в Европе.